Кардарди, Драуги, добрый вечер, дорогие друзья. Вы знаете, преданные поклонники, болельщики нашей игры, да, впрочем, многие зрители и телезрители наверняка знают, что в течение сезона в нашем клубе происходит масса интересных событий разных. Но вот разгар лета однозначно ассоциируется с музыкальным фестивалем «Голосящий Кивин», который мы проводим на берегу Балтийского моря в Латвии. И замечу, что этой ассоциации уже немало лет. В этом году мы проводим 20-й по счету музыкальный фестиваль команд КВН, с чем я вас и себя поздравляю. Ну, вы знаете, мы считаем, что 20, ну да, такая круглая цифра, но это вовсе не повод для торжественных фанфар, пафосных речей. Для нас каждый фестиваль – возможность собраться вместе, приехать в уютную Юрмалу, оказаться в приятной компании, ну и сыграть в свою любимую игру. Так что давайте оставим за бортом всю ненужную торжественность и в очередной раз просто начнем КВН. Как видите, дорогие друзья, нашим КВНщикам, участникам фестиваля не терпится поделиться с вами своим творчеством, но тут не лишнее напомнить, что выход на сцену концертного зала «Зинтери» надо заслужить. Обычно здесь команды солидные, популярные, но, конечно, не обходятся без новичков, иначе это не был бы КВН. Персонально каждую команду я буду представлять по ходу нашего сегодняшнего конкурсного фестивального концерта, а сейчас с большим удовольствием назову имена тех, кто будет решать, кому, куда полетят вот эти наши традиционные птицы в золотом, в светлом, в темном, большой, маленький. Ну, если надо, я еще от себя добавлю. Ну, в общем, я с удовольствием знакомлю вас с составом сегодняшнего фестивального жюри. Начну я с прекрасной половины человечества. И начну... Вот какие-то перерывы у нас во встречах в рамках КВН наступает, но мы всегда-всегда рады возвращению в наше КВНовское жюри. Лайма Вайкуле. И представляя следующего члена жюри, я предварю это представление какими словами. Девочке было 11 лет, и если не ошибаюсь, она была участницей КВНовской команды, замечательной, знаменитой в то время команды КВН Новосибирского государственного университета. Она выходила на КВНовскую сцену, у нас даже с ней какой-то коротенький диалог состоялся. Девочка подросла. Это замечательная певица, замечательный музыкант Пелагея. Но поскольку и сегодня конкурсы, вообще суть игры соревнования, состязания, мы всегда вспоминаем, что есть спортивная составляющая в нашей затее. Но мы сегодня, поскольку фестиваль такой 20-й, мы решили несколько усилить спортивную составляющую нашего жюри. Таким образом, в составе судейском тренер сборной Российской Федерации по хоккею Олег Знарок. Ну и мы рады его видеть в фестивальном жюри всегда.
И мы можем с ним вспомнить, что когда-то мы были помоложе, и он тоже входил в состав нашей жюри. Спортивная легенда Владислав Третьяк. Ну, дальше попроще, конечно, все. Все пойдет. Я с удовольствием назову имена опытных КВНовских судей. Валдис Пельш. Игорь Верник. Валерий Сюткин. Дальше фигура серьезная. Координатор работы нашего фестивального жюри Юлий Гусман. Ну что, дорогие друзья, пора переходить непосредственно к действу. Я хочу пожелать всем ребятам, стоящим на этой сцене, каждой команде ни пуха, ни пера. Ну что, давайте начинать и начнем сразу с новичков. Начало, новички, все как бы нормально. На планете КВН, вы знаете, много городов и стран, где любовь к нашей игре переходит от старшего поколения к поколению младшему. Пример сейчас выйдет на эту сцену. Сборная Баку, Азербайджан. В этом году на всех экранах миру вновь угрожают десептиконы. На защиту города встала новая сила – азерботы. Берег Балтийский и этот зал покажет в эфире Первый канал. Снова Юрмала все страны собрала. Девять бакинцев, нельзя не влюбиться в музыкальной столице. Юбилейный кивин, это Юрмала. Каких азербайджанцев вы еще не видели? За всю историю КВН ни одной азербайджанской команде так и не удалось взять голосящий кивин. Но сегодня, чтобы победить Европе, у нас есть все. И вокал, и борода. Парни, а вам не показалось, что тут кого-то не хватает? Где Тамерлан? Ребят, я влюбился в очаровательную латышку. Поэтому вы меня извините, я должен уйти. И что из этого получится? Она латышка, а ты азербайджанец. Джабик, объясни ему. К белизне ее латвийской нежной кожи добавляется чернота твоих волос. Да в Латвии ваш брак просто невозможен. Ведь когда у вас появится малыш, ну кто он будет, азербайджанец? Я люблю ее до слез. Забирай тогда Баку. Я забрал ее в Баку. Но я ее вот здесь люблю. Мало кто знает, но в бойс-бенде Backstreet Boys был один азербайджанец. Everybody, yeah, yeah. Rock your body, yeah, yeah. Everybody, yeah. Rock your bodies right. Backstreet back. Так, остановитесь.
что показываете? Наш национальный колорит. То есть, по-твоему, в этом наш национальный колорит, да? Не только в этом, ребята. В Азербайджане любого спроси, что может быть важнее, чем усы, только мама и папа. А потом усы, 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 усы. Усы для нас незаменимы вообще, ведь из-за них у нас стабильны в стране лет так 10, будет 20, а лучше навсегда. А если был бы сценарий такой, что было в мире совсем без усов, это ужас. Нам победе можем доказать. Якубович и Боярский, без усов навряд ли их узнаешь ты. Стас Михайлов, Николаев и Олег Знарок, и даже рижский мэр. Так, стоп! Мэр Риги? Не Ушаков? Так у него же нет усов. Это на работе, а дома... Каспийский бриз мы вам привезли. Гостей встречает музыкальный дзентерей. Снова город принимает фестиваль на Прибалтийском берегу. И каждый счастлив, если рядом есть друзья, и счастлив начинать игру. Официальный банк игр КВН, банк открытия. Банк открытия. В жизни всегда есть место открытию. Каждая команда КВН стремится найти свою изюминку, свой собственный стиль. Следующий коллектив сделал некоторые шаги, по-моему, в этом направлении. Давайте понаблюдаем и познакомимся. Тоже дебютанты. Команда КВН — сборная банкетных ведущих. Республика Татарстан. Добрый вечер, дамы и господа! Многие команды после КВН начинают вести банкеты. Ну а мы наоборот, из банкетов пришли в КВН. Поэтому сразу же конкурс. Поднимите все правую руку над головой. Не стесняйтесь, всем залом смелее поднимаем правую руку над головой. И кладем ее на плечо соседа справа. А теперь, друзья, делаем легкий и расслабляющий массаж. Дарим позитивное настроение, проверяем загар, хорошие эмоции. Молодцы! Теперь поднимаем левую руку над головой. Также всем залом. Смелей, смелей. И, соответственно, кладем ее на плечо соседа слева. А теперь внимание, друзья. Мстим за массаж. 3 раза сильнее. Возвращаем позитивную энергию. Это Юрмала. Сборная банкетных ведущих. Наш юмор можно еще и почувствовать. Ни для кого не секрет, что каждое лето Юрмала ожидает большой поток туристов. И следующую песню нам могут подпевать абсолютно все работники латвийского сервиса. Каждый год мы встречаем его, ведь для нас он почти как родной. Он единственный жаркий июль, кто привозит веселье с собой. Парень у бара живет, в свой отель он не помнит дороги. До утра в караоке поет, даже если закрыт караоке. Русский парень бульдозер угнал и поглубже выкопал мост.
француз, но просил называть себя Боря. Русский парень поможет всегда, полицейским беде не оставит, ведь других шумных русских парней быть потише лишь русский заставит. Русский парень, мы любим тебя, никогда с тобой не было скучно. Благодарен тебе я за то, что с тобой себя чувствую русским. Дамы и господа, знаете, мы в Юрмале первый раз, и, конечно же, хотелось бы оставить хорошее впечатление после нашего выступления. И поэтому во время финальной песни будет работать камера поцелуев. И если вдруг вы увидите себя на экране, то обязательно поцелуйтесь. Ну что, Юрмала, все внимание на экран! Мир такой красивый и такой замечательный. Я сижу напротив, как же ты привлекательна. Ты в моих глазах, и мир тихонько сужается. Утро, солнце, кофе, и сейчас все решается. Я к тебе подтяну, я спрошу, ты одна. Ты улыбнешься и скажешь мне да. Если ты скажешь да, то все вокруг не важно. Все только для тебя. Сборная банкетных ведущих. Каждый день как праздник. А теперь на сцене появятся представители самой поющей, ну, по их версии, самой поющей нации. И добавлю от себя, участники нынешнего сезона Московской премьер-лиги. Продолжим весело музицировать со сборной Грузии. Сегодня на фестивале разыгрывается множество призов для КВНщиков. Но ценные подарки ждут и красивых женщин. Мы что, опять приехали? На прошлом фестивале мы тут накуролесили. Теперь хотим на этом фестивале накуролесить. Ну что, вперед, грузины! Грузины не очень доверяют технике, но очень доверяют людям. Поэтому в грузинском караоке результаты объявляет не бездушная машина, а умудренные жизнью аксакалы. Ну что, готовы, ребята? Да. Давайте начинайте. Ой, возле дома твоего, возле дома твоего, возле дома твоего, возле дома, возле дома твоего. All I wanna say is that they don't really care about us.
Вы поете великолепно. Джексон улыбается на небесах. О, спасибо, спасибо. Вы поете божественно. Секс в два раза хуже, чем вы поете. Спасибо. Вы поете потрясающе. Я хочу пришить себе еще два уха, чтобы вкусить ваш вокал по полной. В общем, вы набрали 99 баллов. Эй, почему? Чтоб было куда стремиться. Ну и в завершение. Многие спрашивают, почему мы так качественно делаем шашлык. Шашлык — это не просто блюдо. Это для нас целая философия. Шашлык — это как Пелагея нашел голос. Весь смысл в повороте. Шашлык — как первый поцелуй. Тут нужен помидор. Хе-хей. Шашлык — как экономика Латвии. Многие недооценивают важнейшую роль картона. И, наконец, шашлык как КВН. Очень важен опытный мангальщик. И в конце хотим сказать, что грузины очень гордый народ. Мы никогда ни у кого ничего не просили. Если попросили бы, то это выглядело бы примерно вот так. Много достойных команд на фестивале, ну а кипи на все. Пусть наши голоса с головы я услышал. Знаете, я лично за многое люблю наш фестиваль, но вот и в частности за географию. Вот сейчас мы с вами были на юге, и со следующей командой рванем на север, практически к северным границам России. Именно там порт приписки следующей команды. Команда КВН — сборная Мурманска. Мурманск. Здравствуйте, друзья! Честно говоря, не знаем, зачем нас сюда пригласили. Мы так поняли, что «Голосящий Кивин» — это как бы такой специальный фестиваль, на котором богатые и успешные смеются над веселыми и безработными. Тут мы, конечно, прям идеально подходим. А, нет, я на гитаре-то играть не буду. Да я и не умею. Я просто сейчас стоял там за кулисами, чебурек ел, соком этим жирным на пиджак себе ляпнул. Стал вытирать, только размазал. В общем, там целая история. Стою, думаю, чем прикрыться? Ну хорошо, фестиваль музыкальный. Вот, прикрылся бубном. Ну, а гитару так, просто чтобы глупо не выглядеть.
хоть как-то культурные связи между Латвией и Мурманском укрепить? Решили вот вам подарок преподнести. Это герб города Мурманска. Так получилось, что он воплощает мечту латышей. Тут изображена шпротина размером с корабль. И сразу в масле. Знакомьтесь, это наша Аня. Как видите, она далека от КВНа. Еще дальше, чем мы. Она приехала в Европу искать себе богатого иностранца. Ну, правда, уже через 2 дня поняла, что все богатые иностранцы в Юрмале — это русские. Ну что ж, фестиваль музыкальный. Я хочу спеть. Ну, мы это обсуждали уже, не надо этого делать. Так, ребята, если вы сейчас не дадите мне спеть, я вам все испорчу. Я не знаю, я разденусь. Переговорщик ты, конечно, так себе. Сейчас уже ползала хочет, чтобы ты не пела. Тут, между прочим, семейный фестиваль. Вон мужчины в первых рядах с дочерьми пришли. Так что ты иди как-то вот переоденься, что ли. Слушай, как мы терпеть будем? Да о чем вы там пить-то собрались? Все равно все песни в мире, они про Мурманск. Подожди, с чего это ты взял? Спорим, что есть песни не про Мурманск? Ну вот, например. Здесь, да, согласен, конечно. Песня не совсем про Мурманск. Но у нас как бы в Мурманске есть такая кнопка. Благодаря которой эта песня прям в любой момент может стать песней про Мурманск. Ну, я считаю, после такой песни нам нужен нормальный музыкальный номер, который понравится всем отдыхающим. К тому же он у нас есть, ведь мы пригласили самого настоящего специалиста. Ой, да помню, я помню. Идите, готовьтесь, я вас объявлю. Друзья, ну, мы решили схитрить. И привезли с собой из Мурманска настоящего ресторанного музыканта. Итак, встречайте, Алексей Иванович! Я календарь, и снова третья. Добрый вечер. Ну вот, Алексей Иванович и перенес нас в атмосферу курортного ресторана. Согласитесь, при звуках этой песни во рту как-то автоматически появляется привкус водочки и грибочков. В Мурманске Алексей Иванович пользуется репутацией сердцееда. Ну, это, правда, никак не связано с женщинами. Скорее всего, гастрономическими пристрастиями. Как и многие ресторанные музыканты, Алексей Иванович – сова. Ну, то есть может повернуть голову на 180 градусов. А чего не сделаешь, уворачиваясь от летящей в тебя бутылки? А вот и не выдержала первая пара. Это Вячеслав и Татьяна. Или как они представились друг другу, Вячеслав Анатольевич и Танюша. Ну, мы с вами наблюдаем классический ресторанный танец, так называемый топ-танец. Пара топчется на месте. Вот Вячеслав идет немножечко сзади. Дело в том, что Татьяна весь вечер просидела за столом, и он, так сказать, хочет оценить ту часть айсберга, которая находилась под водой. Ну, Вячеслав вполне доволен. В конце концов, его Титаник разбивался об айсберге и побольше.
уже представляете себе Татьяну в своем гостиничном номере. Но вот появляется женщина, которая там уже живет. Это жена Вячеслава. Она хочет устроить скандал, но женщину можно понять. В конце концов, у нее сегодня день рождения. Собственно, ей-то Вячеслав пошел заказывать эту песню. Вот это я понимаю, 20-й юбилейный фестиваль. Прекрасный дебют Мурманска. Ребят, давайте, закругляйтесь, потому что у нас все-таки не концерт Стаса Михайлова, чтобы женской дракой заканчивать. Ну, что хотелось бы сказать в конце? Как бы ни сложился сегодняшний фестиваль, мы точно знаем, что на родину мы вернемся героями. Ну, потому что это героический поступок, уехав в Европу, вернуться обратно в Мурманск. Сборная города Мурманска, надеемся на птицу. Ну, хотя бы на банкете. Уважаемые друзья, небольшой спонсорский блок с удовольствием от имени команд фестиваля я хочу поблагодарить губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и ректора Кемеровского технологического института пищевой промышленности Александра Просекова, главу Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова, а также Рашита Сардарова, некоммерческую организацию «Рижское бюро по развитию туризма» и лично мэра Риги Нила Ушакова, губернатора Смоленской области Алексея Островского и издательство газеты «Тысяча советов» ООО «Юнилайн», администрацию города Мурманск и лично Алексея Веллера и губернатора Мурманской области Марину Ковтун, правительство Республики Татарстан и лично президента Республики Рустама Миннинханова, Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики в лице министра Азада Рагимова и концертный отдел ООО ТТО «АМИ». Следующая команда уже имеет в своем багаже малого Кевина в светлом, при том, что в прошлом году на фестиваль на наш приехала впервые команда КВН «Одесские мансы», Одесса, Украина. Одесса, ой, Одесса, пацаны, не стойте у подъезда, с моря дует свежий ветер. Ну что таки, лопатор, уважаемая публика, здрасте! Вы знаете, вот если честно, то мы приехали сюда в Юрмалу отдыхать. Ну, не знаю кто как, лично я сюда приехал за птицей. Граждане, внимание! Первый случай в истории, когда гнездо само за птицей приехало. Граждане, вы понимаете, что фестивалю в этом году исполняется 20 лет? Вот вам, Анечка, сколько лет? А сколько бы вы дали? Ну, я в этом плане человек не жадный, я могу дать и 46. Так, ладно, товарищи, хватит гонять слюни по щекам. Давайте людям уже что-то покажем. Что, стартуем? Дорогие друзья, Одесская киностудия пересняла известные музыкальные клипы, естественно, с одесским колоритом. Итак, начнем. Queen. I want to break free. I want to break free. Фима, сынок, можешь переодеваться обратно, военком уже ушел. Мадонна. Give it to me. Yeah. No one's gonna show. Дорогуша, я, конечно, понимаю шоу-бизнес, но маме нужны стаканчики для семечек. Ну и в завершении Майкл Джексон. Мужчина, не кричите, понял. В этом месте брюки сделаем посвободней. Друзья, узнав об успехе мюзикла «Русалочка» в Москве,
Одесский театр тут же поставил аналогичный мюзикл и отправился в турне по курортным городам. Начать, конечно же, решили с Юрмалы. В Юрмале здесь русалкой быть жесть. Вместо хвоста сделай ведьма мне ноги. Ноги нужны, чтоб здесь дойти до глубины. Товарищи, ладно у нас текст дурной в спектакле, но персонажи — это ж ужас! Вот скажите мне, что у нас в море делает поплавок и медуза? Вообще-то мы бычок и пакет. Хорошо, хорошо. Костик, скажите, зачем вы одели костюм осьминога? Это очень удобно, да? Конечно, удобно. Раньше вы русалок двумя руками за попу трогали, сейчас за вами вообще не уследишь. Павлик, вы кто? Я краб. Послушайте, Паша. Послушайте, товарищ краб. То, что вы с 9-го этажа плашмя на асфальт упали и сейчас боком вот это ходите, еще не делает из вас краба. Какие-то вот это на помойке глаза нашли. Я вообще-то приехала сюда личную жизнь устраивать. Хочу найти себе работящего латыша. Аня, чтобы найти работящего латыша, это вам нужно было в Норвегию ехать. А вы шо ржете, папироса бородатая? Вы придумали альтернативную концовку спектакля, там, где у русалки ноги появляются, а? Конечно, да, давайте посмотрим. Давайте взглянем. Спрячьте пилу, вы больной! Дорогие друзья, ну и что хотелось бы сказать в конце. Наши родители благодарят Юрмальский фестиваль. Потому что пока мы здесь, там, в Одессе, они сдают наши комнаты отдыхающим. Юрмальский зал, Балтийский прибой. Приехали мы с целью одной. На фестивале взять и вина, чтоб гордилась нами Украина. Чтобы нам были здоровы, Одесса! Далее на сцену выйдет еще одна группа темпераментных КВНщиков из высшей лиги. Молодые, горячие, амбициозные, одним словом, дети гор. Сборная Дагестана, Махачкала. Мы из Дагестана, хоть поем мы странно, нас сюда послали наши аксакалы с края суровых мужчин. С края тикиджалы и большие скалы, дикие дали мы. Добрый вечер! Стой, стой! Друзья! Стой! Подожди, подожди. Амар, ты чего опоздал? Я на море был. А что так запыхался, что море далеко, что ли? Не, море близко. Вода далеко. Уважаемые европейцы, это, конечно, может прозвучать немного нелепо, но приезжайте к нам в Дагестан. Знаете, про нашу республику существует очень много стереотипов, и начнем мы с самого главного. Говорят, что нашим дагестанским женщинам очень многое нельзя, но на самом деле это абсолютно не так. Им вообще ничего нельзя. Разреши мне, разреши. Разреши мне хоть немного. Я хочу смотреть в окно.
знать, как выглядит дорога. Разреши мне фрукты есть, говорят, там витамины. Разреши одеть бикини, хоть разок одеть бикини. Вот под куртку разреши. Разреши мне роллы есть, у меня вот тут хинкали. Надоел аджики вкус, пахнуть я хочу васаби. И кто сейчас московский мэр? Битлз так же песни пишет. Знать хочу вообще, чем дышит, чем сейчас живет и дышит наш родной СССР. Разреши мне. Разреши. Друзья, это, конечно, может прозвучать как угроза, но я приглашаю, приезжайте к нам в Дагестан. Ведь наша республика идет в ногу со временем. Ну и пусть эта нога пока в носке и сандали, но у нас уже появился свой офисный планктон. Так, коллеги, я на неделю уезжаю в командировку, и чтоб через неделю все отчетные документы лежали у меня на столе. Все понятно? Да, Андрей Юрьевич. Коллеги, 6 часов вечера, конец рабочего дня. Хватит заниматься этой ерундой. Фу, наконец-то! Ужас! Ну и что бы хотелось сказать в конце, друзья? Ровно 20 лет назад, во время первого музыкального фестиваля, команда КВН «Махачкалинские бродяги» завоевала самого первого золотого кивина. Мы тогда были совсем маленькими и смотрели все это по телевизору. И уже тогда влюбились в эту игру. Ай-яй-яй, мы КВН, это что-то нереальное, Юрмала. Здесь пересеклись параллельные реалии, ай-яй-яй. Вот такую аномалию, ай-яй-яй. Этот фестиваль, он стирает расстояние, ай-яй-яй. Из Дагестана, с любовью. Третья попытка в борьбе за кивин у команды из Сибири. Коллектив из Кузбасса с чисто английским названием. Кембридж, город Кемерово. Добрый вечер, команда КВН Кембридж. Похожи на всех и не похожи ни на кого. Фестиваль музыкальный, поэтому сегодня все наши похожести будут исключительно музыкальные. Группа «Корни» и Валентина Легкоступова. Подожди, Стас, они же совсем не похожи. Это внешне. А вы послушайте их песни. Плакала береза. Я договорила. Нас к себе вонила. И это еще не все. Дискотека «Авария». Отцы! Отцы! Радиорама. Ети! 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 Группа «Сливки». Дин Мартин. When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway. Николай Расторгуев. Шепчутся волны и вздыхают и зовут. Фильм «Крестный отец». И, наконец, дуэт Баскова и Натали. Николай, 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 меня
делает фильм «Саус Парк»? Полностью совпало содержание песен. Лабакер-фестиваль, поехали! Все вы знаете о саммите G70 собираются лидеры мировых держав. Но есть и еще один не менее важный. Саммит большой туристической семерки. Поприветствуем наши сверхдержавы Турцию и Египет. На календаре июль, а это значит у нас новый участник. Встречайте, Латвия. Лето — это маленькая жизнь. Здравствуйте! Именно поэтому мы приехали в Юрмалу. Скажите, почему так холодно? Мы приехали не в сезон? Нет-нет, вы приехали в сезон. Просто сезон не приехал. Так, подождите. Если у вас в июле так холодно, почему у вас в это время рекордное количество русских? У вас что, очень дешево? Нет-нет, у нас дороговато. А еще нельзя ходить по газонам, запрещено пьяным ездить на велосипеде и холодное море. Но все это русские воспринимают как вызов. Я не понимаю, в чем уникальность вашего курорта? Латвия очень уникальный курорт. Только у нас можно в один день и обгореть, и простудиться. Хорошо, хорошо, Латвия, мы вас берем. А поздно. Лето закончилось, до свидания. Чтобы победить, нужно брать лучшее, что есть. А в России это хоккей и балет. И мы вам представляем хоккейно-балетную постановку по мотивам Лебединого озера «Озеро Победы». Добрый вечер всем любителям большого балета. Сегодня нас ждет незабываемое представление. А оно уже началось. Ведь на сцене появляются белые лебеди российского спорта, сборной России по хоккею. Какая грация, какая слаженность! Но что это? Мы слышим тревожную музыку! Раскаты грома! Все верно, ведь «Лебединое озеро» — произведение драматическое, поэтому на сцене появляются черные лебеди. Встречайте, сборная России по футболу! Но что они делают? Они делают то, что получается у них лучше всего. Они вылетают. Итак, что происходит дальше? Черные лебеди начинают умирать? Это по сюжету? Нет, нет, сюжет здесь ни при чем. Все дело в физической подготовке. Но что это? Белые лебеди подходят и поднимают черных лебедей! Вот это развязка балета! Да, друзья, потому что если еще и хоккеисты будут над нашими издеваться, это совсем беда. Отдыхать в Юрмале очень здорово, но гораздо веселее отдыхать на российских курортах. Там что только не происходит. Давайте посмотрим один день из жизни российского пляжа, но в обратной перемотке. We'll be right back.
на курорты Анапы! Дорогие друзья, почему мы показали отдых, наоборот, именно в Анапе? Потому что отдых, наоборот, в Латвии выглядел бы так. Отдохнувшие люди приезжают в Латвию. Идут по ресторанам, забирают у официантов деньги. И уставшие от этого уезжают домой. Спасибо тебе, Ермола. Команда КВН Кембридж. Наш фестиваль можно представить себе как некое музыкально-юмористическое объединение КВНщиков разных стран. Вот примерно то же самое есть у нас команда в клубе, которая заключила в себе примерно те же самые особенности, только в таком азиатском ключе. Команда КВН «Азия Микс», Бишкек, Кыргызстан. Азиатское лицо все внимание привлекает, визу долго получает. Азиатское лицо. Опа! Стоять! Стоять! Опа! Голосящий Кевин, есть что-нибудь музыкальное? Песня кыргызская. Кыргызушки, правы ребятушки, где же ваши кони? Наши кони плавают в бульоне. Стоять! Что за азиатские стереотипы вот эти вот, дурацкие ваши? Настройтесь, сегодня у нас великая миссия, мы должны получить Кевина. Большого? Можно и маленького, мы же азиаты, если что, откормим. Так что давайте, собрались и алга! Алга! Дорогие друзья, Азия — это совершенно другой мир, и поэтому настройтесь на минутку неадекватного кыргызского юмора. Представьте, что к Буратино приходит его лучший друг, и дверь ему открывает папа Карло. Кого еще там черти носят? Ку! Ра! Ти! Но! Ку! Ра! Ти! Но! Дома? Дома. И на ры. И динара тоже нету дома. И на фиг, иди нафиг отсюда, чтобы я тебя здесь больше не видел. Дамы и господа, а теперь небольшой экскурс в историю. Мало кто знает, что в свое время великий полководец Чингисхан дошел до Латвии. Здравствуйте! Вы кто? Татаро-монгольская ига! Цель визита? Татаро-монгольская Рига! Латыши, отдавайте ваши деньги. Вы же только что приехали. Наши деньги пока у вас. В общем так, латыши, добровольно вступайте в нашу орду. Спасибо, но мы уже стали частью одного объединения. Но у нас лучше. Давайте сравним.
У нас есть великий хан. А у нас великая ангела. Ее слушает вся Европа. И прослушивает Америка. У нас древняя медицина. А у нас она современная. Мы перешли на евро. А мы на этот евро могли бы жить неделю, а может быть и две. Еврозона! Ташкент заменит Амстердам. Еврозона! Вас угостят не хуже там. Пускай латыш, испанец, немец, грек за деньги приезжают к нам в Бишкек. И скоро будет Барселона! А сейчас тост. Эй. Азиатский тост. Эй. Красивый азиатский тост. Вот это другое дело. Однажды Господь разгневался на Адама и Еву и изгнал их из райского сада. С тех самых пор в Юрмале стало на 2 человека меньше. Сибирский характер и хорошее чувство юмора помогли следующей команде в прошлом году на прошлом фестивале завоевать одну из главных наград Большого Кивина в Светлом. Команда КВН «Плохая компания», Красноярский край. Здравствуйте, уважаемые! Перед вами «Плохая компания». Прежде чем мы начнем, мы бы хотели... Да, ё-моё! Добрый день, латвийские спецслужбы! Ни хрена себе! Сами недавно узнали. А это кто с камерой? Латвийское телевидение. Ну что ж, поздравляю, латвийское телевидение. Вы попали на настоящее телевидение. От нас-то что хотели? Просто в прошлом году много лишнего наговорили, поэтому теперь под особым контролем. Предоставьте сценарий для проверки. Да, пожалуйста. Отошли от него! Натали приходит к дьяволу за третьим хитом? Ну? Это что, сценка? Нет, скорее единственный возможный вариант. Кому на Руси жить хорошо? Целая театральная постановка? Не-не-не, там все намного проще. Мы под красивую музыку читаем список из 21 фамилии. Стас Михайлов третий час выпутывает крестик из волос на груди. Наташа Королева раздевает мужа на работу. Так, все, мы сценарий ваш изымаем. Ах так? Секундочку. Алло. Да, вы уверены? Повезло вам. Пойдем, Янис, нас вызывают. Тебе же никто не звонил. Быстрее. Ну что ж, раз уж нам больше никто не мешает, давайте немного похулиганим. Дует из Сибири ветер на берег Балтики. Лапы превратились в небо, ставки резко лопасти. Увезли Кивина в Светлом, в черной форме пацаны. Плохая компания! Мы вернулись за золотым! Ну что ж, погнали! Дорогие друзья, и латыши, и русские любят отдохнуть. Но в отдыхе главное не перестараться. Итак, утро после бурной праздничной субботы. 3, 2, 1.
Все, мой хороший, давай, вставай, нужно чем-то заниматься, заправляй кровать. Ай, долго, потом заправишь, беги. А, подожди, ты равновесие держишь? Да. Начинай ссать, мне плохо, мне плохо. Да кто вы? А, я не представился. Я похмелье. А чего раньше не приходили? Так тебе уже 30, кстати, с прошедшим. Спасибо. Теперь, знаешь ли, будем чаще видеться. Алло. Ай, не реви ты, ничего не понятно. Где ты без штанов стоишь? На Арбате? Ладно, и стой там, сейчас приеду. Это кто? Да, Леха Панин. Ты зря расселся, у нас с тобой еще дел не в проворот. Да какие дела? Как какие дела? Нам с тобой нужно успеть сегодня еще и на холодненьком кафеле полежать. И самый большой бычок в пепельнице найти. Не успели ничего. Заходите. Этот? Этот. Эх, мельчает алкаш. Что поделаешь? Знакомься, это Сушняк. Это Колотун. Но это наша маленькая гордость депрессия. Алкоголизм извечный враг российских грез. Твоя жена, забрав детей, уедет к матери. В лопат все вещи ты отдашь. Так, все, остановитесь. Я, кажется, придумал, как от вас избавиться. Ты что, удумал? Не надо. Прекрати похмеляться. Переборщил? Так. Ну что, похмелье, дело переходит под мою юрисдикцию. Гребаные федералы. Это еще кто? Как кто? Я тебе говорил, не налегай. Это запой. Микрофончик держим. А это зачем? Трек 299. Дорогие друзья, ну а теперь представьте, март месяц, ранняя весна, любой юрмальский ресторан. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. А, это собака. Ну чё, кто-нибудь приходил? Не, никого не было. Подожди-ка. А вон там разве не... Не-не, это пакет уже 2 дня летает. Блин, скорее бы русские приехали. Да. У тебя, кстати, какая самая любимая шутка от русских? Не знаю, наверное, вот это. Знаешь, почему ваши шпроты маленькие? Почему? Потому что у вас море холодное. Это, наверное, самое прикольное у них. Да. Слушай, а когда все начнется, ты свои чаевые первые на что потратишь? Не знаю, может, как в прошлом году. Сначала зубы сделаю. Ну, мне все равно кажется, что ты зря всегда в начале июля зубы делаешь. Может быть. О, а давай повспоминаем самые смешные русские имена. Давай. Иван. Ваня. 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 Алёша. Алёшенька. Лёха. Лёха. Ваня. Ваня. Глеба. Глеб. Глеба. Как картошку в ведро кинули. Глеба. Глеба. Это, откуда у тебя срок? Долго нёс, вилка. Ага. Это вот 2011-й. Сказал, здравствуйте, проходите, пожалуйста, без уважения в глазах. Да ты что? Электрошокер. Ага. Ну и моя гордость, прошлый год, вот, травмат. А это ты чем заслужил? А я даже записал. Над душой стоял. Что это значит? Непонятно.
Ну, все равно, быстрее бы уже русские приехали. Это да. Здравствуйте. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. А почему без уважения в глазах? Это он. Ну а следующая история может произойти только с очень богатыми русскими. Итак, Лазурный берег, Ницца, дорогущий спорткар врезался в яхту. Настоящий джентльмен. Фантастика! Да, я такое впервые вижу, конечно. Ну, давайте знакомиться. Липецкий металлургический завод. Челябинский трубопрокатный, очень приятно. А, это ваш автомобиль торчит из моей яхты? Да. И куда же вы ехали? В Марокко. А как же... А я думал, перемахну. Понял, понял. Вы лучше скажите, как вы на яхте в центре города оказались? Ну, я тоже, знаете ли, за штурвал бабу посадил. Вот. Ну что, кому звонить будем? А смысл? Мне кажется, мы позвоним одному и тому же человеку. А, правильно, да. Вы лучше скажите, вы какое место в списках занимаете? А, я на 6-м месте. Не, я не про Forbes, я про список невыездных. А я, знаете ли, так заплатил, что я и там на 6-м месте. А, удобно, что... удобно. А, извольте спросить, а вы на каком? А я 3-й. И мы оба в Ницце, да. Ну что, я предлагаю как-то решать эту проблему, а то скоро зеваки будут собираться уже. Теперь я видел все! Ну, вот видите. Давайте туда, где не так людно, в ресторан пойдем, посидим, там поговорим, да? Согласен, да. А нам что делать? А вы деритесь уже. Ну что ж, уважаемые, о чем хотелось бы сказать в конце. Прежде чем подняться на эту сцену, на стоянке рядом с Зинтери мы поцарапали чей-то автомобиль. Ну что, Валдис, угадайте мелодию. На фестивале море улыбок людей, дружбы народов, встречи старых друзей, гордость традициями, дух соревнования, с верой в свое дело, в дело плохой компании. Мы за Кибинан, мы из Сибири, привет, Европа, мы из России. Мы за Кибинан, мы из Сибири, привет, Европа, мы из России. Плохая компания, спасибо. КВН и Ролтон. Рецепт хорошего юмора. Команда-победитель высшей лиги выиграет поездку в Рио-де-Жанейро вместе с Ролтон. Ролтон везде свой. На музыкальном фестивале, ну, традиционно вручают в качестве награды вот кивинов. В КВН бывает всякое. Например, на одном из прошлых фестивалей команда из маленького северного городка от жюри получила в подарок такие утепленные головные уборы. Я не знаю и не помню, но, по-моему, и не объяснялось, в чем суть этого прикола. Но команда эта действительно была, и, как выяснилось, есть своеобразная. Сегодня она вновь с нами. Команда КВН «Кефир», город Нягань. Подайте Христа ради вчера. Заканчиваем ходьбу. Добрый вечер, дорогие друзья. В Юрмале нас не было 2 года. Нас не было бы здесь и больше,
Но максимальный срок по статье «Мелкое хулиганство» именно 2 года. И начнем мы со старой первоканальной рубрики «Чтобы помнили». Это Моня. Как сказала бы акушерка, которая помогла ему родиться, Моня скользкий тип. Это Толик. В плане женщин Толик, как полузащитник Александр Самедов. Бегает, суетится, а КПД ноль. А это Аркадий. Аркадий участвовал во всех сезонах шоу «Голос», но лицо Пелагеи он видит впервые. Суровый бой ведет эстонская дружина, сил не жалея, хоккеисты мчат вперед. Но полирующая лед автомашина по счету крупно все равно у них ведет. А по темным улицам гуляет дождь, фонарей далеких мерцает свет. Встречайте, это Дима. Дерзкий снаружи, впечатляющий внутри. На виват, король, рассчитайсь. Виват, король. Виват. Виват, король. Дима, бери пример с Никиты Малинина. Думаешь, мне на фабрику звезд поехать? Нет, исчезни со сцены. Аркадий, ты чего морщишься? Изжога? Нет, песня. Португалец Кошта плачет у окошка. Он ходил на почту, получил письмо. А в письме записка: у тебя шинишка. Только шин на Кошту вовсе не похож. Логопеды едут сквозь снежную равнину. Португальцу Коште букву С везут. Португалец Кошта букву С воспримет, букву Ч забудет и писяль пройдет. Аркадий, ты не боишься, что после таких песен скажет Джейн Псаки? Как сказала бы нянечка из Нягоньского детского сада, меня псаками не запугать. А спонсор нашего выступления – служба такси сборной России по футболу. Такси сборная России по футболу. Мы приезжаем домой первыми. Аркадий, а можно я спою? Ну хорошо. Как сказали бы дети, увидевшие в лесу ягоду, давай попробуем. Мы к вам приезжаем уже 3-й год. Давайте применим научный подход. Кивин растет, и мы вместе с ним. Мы Юрмалу в графиках вам объясним. Рассмотрим структуру бюджета курорта. Вот доход от гостиниц, вот прибыль от спорта. Здесь рестораны и доход от рулетки. А это брошенные в море монетки. По ночам у туристов в Юрмале боль. После 10 не продают алкоголь. Сегодня бы выдалась скучная ночка, но, к счастью, мы знаем, где есть одна точка. На этой картинке нарисовал я такое. Слева бассейн, справа видите море. Разницу знает любая зараза. Вот тут пить нельзя, а вот тут хоть 2 раза. Эта траектория тем из нас знакома, кто пытался обойти все бары на Йомас. Ну а когда достигнута цель, выглядит так путь обратный в отель.
Ну и что хотелось бы сказать в конце. Наш коллективчик впервые собрался на дне города Нягань. Да, у Нягани есть дно. Пошли домой. Настал черед еще одной популярной КВНовской команде оказаться на этой сцене. Финалисты высшей лиги нашего клуба. У них имеются награды Юрмальского фестиваля. Если перефразировать классика, то можно сказать, что редкая команда долетит до таких КВНовских высот. На сцене сборная Днепропетровской области «Днепр, Украина». После годичной разлуки приехали мы. Помню свидание на пляже. А я у сосны. И я у сосны. Девушки, Латвии, Днепр вернулся для вас. Планы на вечер мы с вами составим сейчас. Зайка, ты со мной. Котик, ты со мною. Ребят, а я себе нашел солнышко лесное. Милая моя, Латвия родная. Я... Тихо, тихо, тихо. Чего вы разорались, а? Тихо, что происходит? Что, что? Это мой сын. Это что? От Ленки, что ли? Да ладно. Ты с ума сошел, что ли? Я с женой приехал. Игорь, ну с какой женой? Ну ты же в нашем спорте всегда лидером был. Так я и к финишу первым пришел. Игорь, Юрмала, это море, пляж, девушки. Это в 22 года, Фимочка. А в 28 лет Юрмала — это отличный воздух для новорожденных. Что, что? Что хочешь? Что ты плачешь? Игрушку хочешь? Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, одну секундочку, подожди, сейчас. На вот эту, да? Ну да, такая же маленькая у нас уже есть. Две штуки, нам бы что-нибудь побольше, да? Сейчас, секунду, о! А? Ай, папин сыночек! Так, Игорь! Что? Прекрати использовать ребенка в корыстных целях! Я просто хотел рассказать зрителю, что в моей семье произошло за год! Слышь, а что ты только о своей семье тут рассказываешь? А ну, подержи. Хорошо, вот. У Юры недавно в семье произошла дискуссия. Ну как, опрос. Ну, грубо говоря, референдум. На тему. Сбривать полуостров или оставить? В итоге оставить. С человеком ничего не произошло, чувствует себя нормально. Вот и мы считаем, можно было бы, в принципе, и оставить. Игорь, давай начинать? Да, давайте начинать, потому что мне еще ребенка купать. Только давайте выступим так, чтобы потом не было стыдно нашим детям. Игорь! Хорошо. Улыбайся, улыбайся, нам очень нравится, что здесь, в Латвии, без труда находят общий язык представители России, Украины, Европы. Максимум 320. В смысле? Ну просто обычно в такой компании цены на газ обсуждают. Максимум 320. Да я вообще не об этом, Игорь. Я о том, что в Латвии нет языковых барьеров. И все друг друга прекрасно понимают. Но когда мы едем в другую заграницу, дела обстоят несколько иначе. Как унизительно английского не знать. Приходишь в бар, тупир, чтоб светлых, лейте честно. А заказать такси нам помогают жесты. Как унизительно английского не знать. Не знаю я слов суп и колбаса, поэтому я ем айскримы и чизкейки. Я не нашел отель, ночую на скамейке. Как fucking холодно английского не знать. На рынке я могу рукою указать,
скажу я гордо: Excuse me, how much this лавки? Hello, mister, it's a very good choice and a very good price. But you can wait tomorrow's sale, because now it's too expensive for you. For you. Четыре ты, да? Как унизительно английского не знать. Мы знаем, через год здесь снова будем жить, но не займемся мы своим образованием. Да, унизительно английского незнание. Но унизительней вдвойне его учить. Улыбайся, улыбайся, не безумности помыть, и отдайся. Ну и, конечно же, мы не могли вас оставить без этих персонажей. Известная вам молодая пара Игорь и Лена добрались до Юрмальского пляжа. Ну, здравствуй, 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 море! Лена! А ты наши полисы смотрела? Грыжа — это страховой случай, а? Игорь, не начинай. Взяла немного еды на пляж. У нас же завтрак включен, а... Мозг выключен, да? У меня все там продумано, все по контейнерам. Угу. Соль в спичечном коробке. Вот в этом? О, рассыпалась. Только давай без скандалов. Не получится. Потому что Ленушка уже просыпала соль. Почти как по Булгакову, да? Ха, а чё почти? Ты на сумку глянь. А, кот-бегемот прав, чё почти? Она и масло пролила, да? Перцы потекли. Перцы? Взяла в магазине готовой еды. Я так понимаю, еды готовой ко всему, да? К бадминтону, к волейболу. Что тут еще? Вы бы еще фрисби взяли. Обижаешь? На ферзя в тебя за недоверие. И все это теперь под соусом, да, Лена? Нет, конфеты и печенье в отдельном пакете. А, это хорошо. На, держи, конфетки, печеньки, давай помянем Ленину фигуру. А что конкретно тебя не устраивает в моей фигуре? Лена, я если что-то одно выделю, и все остальное обижу, ты же понимаешь. Ты вот мне хамишь, а у меня, между прочим, купальники испачкались. А нефиг было брать столько купальников на пляж. Зачем тебе издельный и раздельный? Тебе легко говорить, можешь только в плавках купаться. Лен, давай не будем никого обманывать, ты тоже можешь только в плавках купаться. Ну все, Игорь, я сыта этим по горло. То есть ты это есть не будешь, да? Зря пер я это все сюда. Как ты не понимаешь? Я же все это только для тебя и делаю. Татуировки эти сексуальные сделала. На животе цветочек, на груди бабочку. Зачем? Чтоб я через 15 лет увидел, как бабочка сядет на цветочек. Посчитал, пустяк на 6 килограмм. Ты считать умеешь? Да. Тебе бы только покричать и повод долго не искать. Так нафиг повод давай. Ах, это я тебе даю повод, да? Кто? Кто в туалете накурил? Кто шкаф весь обувью забил? Кто мою маму оскорбил? Ха, так по делу. А кто диету выбрал, но никак не сел? А кто футбол без пива в жизни не смотрел? Когда хочу я в ванну, ты там 3 часа сидишь. Когда хочу я секса, ты вечно спишь. Но как, скажи, без вас прожить?
Я скажу, остановись, мы с тобой прожили жизнь. И две страны сказать должны, чтобы жизнь сохранить, если любишь первым, И в конце, совсем серьезно, ни для кого не секрет, что в последнее время между нашими странами вырастает стена. И мы приехали на этот фестиваль не потому, что ее не замечаем, а потому что уверены, что пытаясь сохранить нормальные человеческие отношения между молодыми людьми, хотя бы в рамках нашего любимого клуба, мы сможем разрушить эту стену. Надеемся, что все у нас всех будет хорошо. С любовью, Днепр! Дорогие друзья, если говорить о достижениях следующих участников нашего конкурсного концерта, следует сказать просто: чемпион высшей лиги нашего клуба. Однако на музыкальных фестивалях удача была не столь благосклонна к этой команде, хотя малый кивин в золотом у них есть. Посмотрим, что получится на этот раз у команды КВН «Триот Идиот» Смоленск. Российскому туризму, бессмысленному и беспощадному, посвящается! Удивляет всех России наш турист, в нем два разных человека спрятались. Эти к лобстеру вина берут чуть-чуть, эти к ночи могут шишкой залюбнуть. В отпуск 10 пиджаков себе купил, две недели в одних шортах отходил. Этот к Нюрбалу привез свою жену, этот ног таким спешит на рандеву. Жигуль, помнишь, ты спрашивал, чем граждане Латвии от неграждан отличаются? Ну, так вот ответ. Вообще-то Александру Васильевичу нравятся интеллигентные команды. Да, а чё вы к нему с Смоленском повернулись? Так, а вы чё на фестиваль приехали? Петь? У меня Жигуль-то певец. И как он будет петь? Акапелла? Капелла в Бразилии допелся. Нет, я в смысле, какой у него голос? Ну, я в этом не разбираюсь. Это его природа талантом одарила, да? Да. Не дыши. Так, ладно, давайте тогда уже пойте. Хорошо. Прошедшему мундиалю посвящается. Все ребята говорят наперебой, что Россия наша сборная отстой, что Самедов стал уже не тот, что Кокорин вечно бьет мимо ворот. Но не верил я тому, что говорят, пока деньги не поставил на ребят. Я в ответ промолчу, я физически расправиться хочу. Жигуль, ну чё, в какой ресторан вечером пойдем? Ну я бы во французский сходил, улиток попробовать. Чё-то я не верю, Жигуль, что ты ни разу улиток не пробовал. С вами
помним и любим известнейший советский мультфильм «Ну, погоди». Но никто не знает, что после нескольких успешно снятых выпусков волк из этого мультфильма немного зазвездился. Только мы... Волк, волк, волк! Здрасте, отдайте, пожалуйста, автограф. А как звать? Вика. Ну, Вика, погоди. Спасибо большое. Доброе утро. Доброе утро. Ага. Сценарий. Ага. Значит, волк убегает от комбайна. Какой комбайн? Вот такой вот. Ребята, вы в своем уме? Кто сценарий пишет? Котеночкин. Котеночкин, родной, иди сюда. Так, давай, что там у тебя дальше? А дальше вы с пятого этажа падаете прямо в люльку к милиционерам-бобрам. Котеночки, значит, так мелко, а? Давай, может, по полной надо мной издеваться будем, а? Давай, не знаю, чтобы я башкой стену пробил, а потом меня еще так вот на статую натянули. Ты что, и записываешь, что ли? Извините, пожалуйста, мы вам звуки подготовили. Давай. Ну, давай с последним. Ну, погоди. А было? Хрен с ним, пусть будет старый. Ребят, и главный вопрос. Вы мне скажите, заяц, он вообще кто? Мальчик или девочка? Просто мне не ясна конечная цель моей погони. Мальчик? Мальчик? Не, ребят, надо нам расставаться. Все, давайте. О, в смысле, удачи вам. Друзья, чтобы сегодня получить Кевина, мы хотели бы сейчас воспользоваться помощью нашего жюри. Пелагея, здравствуйте. Здравствуйте. Вы нам можете немного помочь? Я буду очень стараться. А что нужно? На самом деле все очень просто. Мы бы хотели командой вместе с вами спеть песню, которую вы тоже часто поете. И от вас требуется всего лишь пропеть вот эту строчку. Ночь принесет воды. Ну что, давайте попробуем? Давайте. Поутру в глазах темно. Это от ночной тусни. Женушка возьмет стакан, молча принесет воды. Лайма приведет друзей купаться в море Юрмалы. Каждый друг на море посмотрел, молча принесет воды. Светик в ресторан зовет Юрмалы, Юрмалы. Взглянет он на цены там в меню, молча принесет воды. На домашний свой очаг в гости пригласит третьяк, и хозяин пусть поступит так, молча принесет коньяк. Друзья, а сейчас давайте все вместе! Если честно, есть мечта, что для нас на цель игры. Кто-нибудь сегодня из жюри молча принесет воды. Давайте лучше Кевин. Спасибо. Спасибо, Пелагея. Спасибо, Юрмала. Это был Триот Ильё Смоленск. На нашем фестивале всегда царит такая позитивная атмосфера, порой даже с налетом некой такой легкой мечтательности. Связано это
отчасти с тем, что иногда происходят вот такие возвращения. Впервые команда вышла на сцену высшей лиги 14 лет назад. Самая, извините, старая команда нынешнего фестиваля. Уездный город, Челябинск, Магнитогорск. Здрасте. Александр Васильевич, мне не послышалось? Вы назвали нас самой старой командой? Я даже знаю, из-за кого. Посмотрите на эту рухлядь! Что? Ребята, да вы такие старые, что вам выгоднее уже собственную аптеку открыть, чем каждое утро за лекарствами бегать. При чем тут аптека-то? А вы расскажите всем, какое у вас давление. Ну, 160 на 120. 19 200. Ой, пацаны, капец, какой-то ненужный талант открылся. Стал трехзначные перемножать. Аркадий, да вы взрослеете. Такими темпами скоро осуществится ваша октябрятская мечта. Скоро стану пионером? Скоро встретитесь с вождем. А ты чмо? Я не чмо. Я теперь хипстер. Это что такое? Коротенькие штанишки, застегнутая пуговка, очки и айпэд. Да у нас сейчас каждое второе чмо, хипстер. А ты старое чмо. Ты хочешь сказать, что я старый? Ну а кто у нас еще в команде старый, а? Ягода малина, нас к себе манила. Ягода малина, лето в гости звала. А здесь, оказывается, можно недорого отдыхать, если не пить. И не есть, и спать на пляже. Сергей, а скажите-ка нам, пожалуйста, кто сегодня в жюри? О-о-о, как зрение-то подсело, дай-ка очки. О, Лайма Вайкули, Верник, Сюткин. Мог бы не давать очки. Ничего не меняется в Юрмале за 10 лет вообще. Так, Сережа, давай уже по старинке. Идите к Александру Васильевичу и клянчите у него кивина. Я пошел. В ту сторону. А, в ту сторону, да? Парни, а какого клянчить? Золотом? Ну, Сергей, в вашем возрасте пора уже о здоровье думать. Просите кивина в циркониевом. А лучше из собачьей шерсти. То есть вы хотите сказать, что я уже старый играть в КВН? Ну, если это вас утешит, то в КВН вы начали играть уже старым. Янтарь вам в зубы и Балтику на воротник! Я же ни с кем не собирался ссориться! Я же впервые приехал без кастета! Ну все, отец, выключай камеру, уводи сына! Сейчас я вам покажу, кто страшнее натовских моряков! Когда у Сереги срывает резьбу, как без тормозов, да по горной дороге, я не пожелал бы лихому врагу быть там, где срывает резьбу у Сереги. Когда? Ну все, немного разогрелся. Теперь выступление пойдет на одном дыхании. А почему на одном? Потому что второе дыхание у Сергея уже не откроется. Но только ты, рыба моей мечты. Только ты, рыба моей мечты. Дорогие друзья, а следующим номером мы хотели показать вам день рождения библиотекаря на современный лад. Ну, как известно, современный лад — это евро. А евро и библиотекари — это вещи несовместимые. Поэтому день рождения библиотекаря где-то в уездном городе. У Светки Соколовой день рождения. Ой, подруга, не верится мне аж. Тебе уже 46. И я приготовила тебе сюрприз. Вязаный свитер? Нет. Зеленый вязаный? Нет, не свитер.
я сегодня пригласила самого лучшего стриптизера нашего района. Здравствуйте, киски. О, точнее, кошки. Ну, в общем, просто здравствуйте. Ну что ж, страстные мои, смотрим и наслаждаемся. Да, подождите, стойте. Ну, зачем же так сразу-то? Ну, мы же не готовы. Ну, вы у нас первый такой. Ну, я это еще по каракулевой шапке в коридоре понял. Понимаете, мы подруги. Да. Вот, и у нее сегодня день рождения. Ну. Да вы что? Да. Там. Обычно среди двух подруг одна красивая, а другая не очень. Но вы это, конечно, уникальный случай. Да, подождите, это что? Ну, мы даже и не познакомились. Любовь Ивановна Прокофьева. А меня зовут Наталья. Можно просто Натусик. А меня зовут Вальдемар. Можно просто я быстро разденусь и пойду уже, а? А давайте-ка выпьем. Да. Ну, если вы настаиваете. Ну, конечно, настаиваем. На бруснике, на арбузных корках, на картофельных обрезках. Так, на бруснике, так на бруснике. Это? Итак, тост. Любаш. Ты красавец. И для счастья у тебя есть все. И салат, и наливка, и подруга, и салат. Не загоняйте себя в тупик, Вальдемар, и так все хорошо. Любочка, я приглашаю вас на медленный танец. Меня? Ну или вас... Нет, нет, меня! Я на кухню. Люба, где вы так медленно научились танцевать? Я думал, библиотекарь — это сидячая работа. Работа-то у нас, конечно, сидячая. Но уж если мы встаем, тут такое начинается. Без тебя, Вальдемар, без закрутите тебя, меня во льду. Все не нужно, ой, стало сразу без тебя. От заката до света. Вальдемарушка, я вся горю. Возьмите меня скорее на руки. Люба, может, мне уже станцевать стриптиз и домой можно? Вальдемар, а вы нам подарили незабываемый вечер. Не нужно портить его своим стриптизом. Потому что настоящие мужчины могут сделать нас счастливыми, даже не раздеваясь. Но только ты, рыба моей мечты. Только ты, рыба моей мечты. Александр Васильевич, а я думаю, сегодня у нас будет все хорошо. Почему? Потому что магия цифр. 2014 год, смотрите, 2014. 20 лет музыкальному фестивалю, и мы 14 лет на сцене, кстати, высшей лиги. Ребята, КВНу 52 года. И в этом году наши хоккеисты в финале выиграли у финнов 5-2. Слушайте. У меня же, парни, тоже событие. У мамы сегодня юбилей. 52 года. Да. Юбилей. И она в зале. Да что там говорить. У меня 20 лет назад родилась дочь. Сегодня ей 14, а она 52 года играет в школьный КВН. Ребята, а вот у меня событище-то, а? Специально к 20-летию фестиваля. У меня дед ожил. И это правда? Да. Вот видите, Александр Васильевич, ради фестиваля люди оживают. Да что там люди? Команды воскресают. В мире, что называют страной телегрёз, среди камер, расставленных не ко двору, жили странные дети, не знавшие слез, и играли в одну непростую игру.
Дети метко шутили, как острый укол. По вершине ходили и падали в пол. И потом начинали седины носить, не заметив, что стали игрой этой жить. Только детям, увы, наступает пора безысходно однажды лететь из гнезда. Так природой назначена, но игра, как детство, останется в сердце всегда. И не надо грустить, все идет как идет. Невозможно пустить время наоборот. И возможно сегодня среди этих стен кто-то скажет тебе: пап, меня в школе позвали играть в КВН. У следующей московской команды есть и опыт, и популярность, и главная награда нашего музыкального фестиваля. На сцене концертного зала «Дзинтери» команда, которая представляет институт. Институт, кстати, недавно отметил свое 70-летие. А команда «Пара по парам» МГИМО «Москва». Мы уже в пятый раз приезжаем на фестиваль и по праву можем считать вас друзьями. Как правило, когда разговариваешь с другом, не нужно подбирать слов. Но совсем недавно в России был издан закон о запрете в общественных местах и на телевидении нецензурной лексики. Проще говоря, русским запретили материться. И об этом наша песня «Народный стон». Плесните колдовства в хрустальный мрак бокала. Сегодня для всех нас тяжелый час настал. Язык, который был великим и могучим, в одно мгновение быть могучим перестал. Как выразить теперь всю широту России, как величав Эльбрус и как прекрасен Дон? Чем проводить, скажи, каким печальным словом упавший в водоем мобильный телефон? Напрасные слова! Смотри, какая рыба! Отстань, ты утомил! Ого, какой туман! Напрасные слова! Друзья, поторопитесь, на вас бежит большой подраненный кабан! Вам кажется, что вы всего пять слов убрали. Подумаешь, пять слов, но тут есть одно но. У каждого из них был миллион значений. Что далеко ходить, возьмем хотя бы одно. А сколько же всего то слово означало? И сущий пустячок, и мелкую деталь, и некрасивый вид, и качество дороги, и легкую болезнь, и то, чего не жаль. И что попало в глаз, что залетело в ухо, вскочило на носу и укусило вас. Что вытворяет тесть и чем страдает теща? Народный псевдоним с завода «АвтоВАЗ». Комфортность РЖД, атаку нашей сборной, потерю 100 рублей и песни на дали. Вообще любой предмет, доселе неизвестный, телепроект «Дом-2» или бюджет Литвы. И то, из-за чего погиб, по сути, Пушкин, реформу ЖКХ или аппендицит. О, слышит ли меня Владимир Жириновский, как запретил он суть того, что говорит? Но
Даже если мы слова эти забудем, нам братья-латыши на выручку придут. Когда, поев в кафе, увидим цифры в счете, забытые слова опять сорвутся с губ. Продолжим. О чем еще поговорить с другом, которого не видел год? Конечно же, поделиться новостями. Как известно, новости бывают трех видов. Объективные, субъективные и американские. Итак, обычный выпуск американских новостей. Good morning, everybody. Hello, United States of America. Yep. The best country in the world. Yep. Well, my name is John Johnson. And Michael Michelson. And now news from Russia. What is it, Russia? Russia is матрешка, балалайка, Хоккей. Yes, yes, Russia, yes. You know, Знарэп. No rap, rock, знарок. Yeah. And now sports news. Olympic Games in Sochi. As we see, America is the winner of these games. Yep. Who the best? Who the best? Jose, can't you see? Wait. But America is on the fourth place. And Russia is on the first. Yes, but four is bigger than one. Why? Try to break one finger. Oh, it hurts. And now try to break four. Nah. And now look at the winner of Eurovision, Conchita Wurst. Oh, Jesus. It's not Jesus, it's Conchita. He looks like Jesus. Yeah, very beautiful. Yeah. And now look at Russian singers. Oh, just two beautiful sisters. Come on. Back to Conchita. Oh, yeah. You know, Николай, не могу разлюбить твой лари-ла-лай. Do you know what is it, Larry Lalai? What is Larry Lalai? Oh, no! Yeah! It's Russia! Okay, and now economic news. Now, China and Russia will have big gas contract. And now all gas from Russia will go to China. Wait, and what about Europe? Europe? Oh, Larry Lalai! Yeah! Oh! You know, I'm really afraid of Russians. Why? Because look at our president, Barack Obama. When you're smiling, look, the weather is fine, just riding his bicycle. Ding, 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 I'm American president. And now, look at Vladimir Putin. On his bed, topless. No, it's Photoshop. It's not Photoshop. This is Photoshop. When you're smiling. When you're smiling. Come on. So that's all, guys, for today. And the sponsor of our news is PLX. PLX. And I'm Terminator, baby. Do you know what is it, PLX? Oh, Larry Lalai. Oh. Goodbye, America. Уважаемые друзья, ну и в заключение, согласитесь, что когда разговариваешь со своим другом, нужно говорить всегда ему правду. Но иногда, чтобы не обижать своих друзей, можно немножко приврать. То есть добавить так называемое «бла-бла», которого в нашей жизни, согласитесь, предостаточно. Родителям и военкому и 10 лет учителям. Мы можем врать кому угодно, но никогда не врем друзьям. Бла-бла. Да я бы вдал, док, тупо нету. Бла-бла. Да ты не толстый, просто крупный. Бла-бла. Отец на Порш чуть-чуть добавил. Бла-бла. В
17, а я в 14. Бла-бла. Братан, я в пробке, скоро буду. Давайте лучше про Юрму споем, парни. О, давай. Что Юрмала – курорт для русских, давно здесь не ведется речь. Поток туристов из Европы за годы удалось привлечь. Бла-бла. Да русских тут, считай, нет. Бла-бла. На Йомас выйти одни шведы. Бла-бла. Да ты смотри по фестивалям. Шансон же – фестиваль для греков. А скоро будет Юрмалина. Вот там австрийцы насмеются. Дорогие друзья, если серьезно, то наша команда приезжает в Юрмалу уже в пятый раз. И в свое время мы уже выигрывали большого кино в золотом. Поэтому вот честно, в этот раз мы приехали, чтобы просто встретить старых друзей. И какая у нас будет награда, вот нам, вот честно, абсолютно не важно. Бла-бла. Еще один короткий спонсорский блок. Команды фестиваля благодарят губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, правительство Тюменской области в лице губернатора Владимира Якушева, главу администрации города Нягань Римму Докукину и ООО «Капитал», ООО «Софтфрахт» в лице Дмитрия Курима, ООО «КСТ Групп» в лице Ерлана Утиулиева и Басара Успанова, а также губернатора Астраханской области Александра Жилкина, ЗАО «Ядран Ойл» в лице Ирека Салихова, правительство Ставропольского края, ректора МГИМО Анатолия Таркунова и проректора по хозяйственным вопросам Наталью Кузьмину, общественную организацию «Одесситы» в лице Руслана Хамелеонова, президента Общероссийской общественной организации «Союз грузин в России» Михаила Хубутия. Ну что ж, дорогие друзья, совсем скоро конкурсный вечер наш закончится, но, тем не менее, осталась встреча еще с несколькими чрезвычайно популярными командами. Ну, обычно популярные команды стараются привносить в нашу игру что-то свое, не исключение и следующие участники фестиваля. Они представляют целый край. В реальной жизни, правда, такого края не существует, но на нашей планете КВН это место знакомо многим. Сборная Камызякского края по КВНу, Астраханская область. Добрый вечер, Юрмала! Соскучились конкретно. Поймаю. Самые щедрые на аплодисменты вы мои! В общем, смотрите, что происходит. Мы вот до этого два раза приезжали в Юрмалу, и оба раза, мягко говоря, все время забывают слово. Вот. Что говоришь, мальчишка? Да, как слышится, так и пишется. Поэтому в этом году мы приехали сюда за золотым кивином. А, все правильно же было? Мы приехали за золотым кивином. Big Golden Kevin, если кто вдруг специально русский забыл. Азамат, а я что-то волнуюсь. А что ты волнуешься? Тебе вон с нарисованными усами шенген дали. Кивин-то подавно дадут. Ну что, европейцы, давайте разогреемся хорошенечко. Вдруг зимой пригодится, да? Let's go, камызяки в Юрмале! Давай! У нас истерика, мы наконец-то снова в серике. Сейчас будет жарко, спите пледики. Мы симпатяги без косметики. Под энергетиком, здесь камызяк. Ловите. Эй, латыши, шиши, шиши, шиши.
Хорош! Вы что устроили, елки-палки? На минуту нельзя ставить. А что случилось? Что случилось? Ничего не случилось. Просто прохладно мантию одел. Суд начинается! Подождите, пожалуйста, подождите. Сейчас, подождите. На! Хватит ржать, елки-палки, тысячи. Вот вам хихихаха, а между прочим, фестиваль в опасности. Ничего себе! Вы хватит, что ли, не зная сути дела, раньше времени синхронно удивляться. Заявление пришло на очень влиятельного в Европе человека. Берлускони, что ли? Нет, но тоже с молодежью связано. На Маслякова Александр Васильевич, вон, Эстония в суд подала. Ого! Вот тебе и Пифагоровы штаны во все стороны равны. Ну, согласен, не в тему знания применил. В общем, заявление от Эстонии, суть претензий, читаю. В связи с чем или по какой причине, вот они тут в скобочках написали, видишь, какие дотошные. Музыкальный фестиваль «Голосящий кивин», который проходит в Юрмале, в скобочках Латвия, а не в Эстонии, в скобочках Эстония. Хотя в Эстонии тоже много зданий без стен. В скобочках Динтери. Ну, видимо, на концертный зал намекают. Ну и тут приписка, информация для уточнения обособлялась специальными знаками, в скобочках, скобочками. Хватит ржать, я говорю, международным скандалом попахивает. Вон, Литва даже подключилась, 3 миллиона подписей собрали. Вон, пожалуйста. Жукаусский, с Петраусский, с Кончистельский, с Козлаусский, с Бразаусский, с Виткаусский, с Грибаусский, с Орлаусский, с Вишняусский, с Чесноусский. Давайте я дальше читать не буду, а то кошки соберутся. Кис. Это что же получается, Александр Васильевич? Это получается, целая страна уже много-много лет сидит вот так вот через забор, смотрит, как латыши кайфуют. Хотя проблемы те же. Между нами говоря, можно было и до суда не доводить, на самом деле. В любое время фестивальчик организовали бы, он КВНчиков полный-полно, все равно безработные ходят, по свадьбам шатаются. В любое время маленький микроскопический фестивальчик организовали бы, вон и КВНчики все приехали, эстонцы довольные, мы навесели, да вон с сувенирами по домам разъехались. Ну что? Водички можно попить у вас? Горлышко пересохло. Спасибо. Ну так вот. А, нет. Это не горлышко. Это волнение и страх. Просто никогда нотации Маслякова не читал до этого. Хватит ржать! Пациент, говорю, перестань! Что вы на самом деле перестаньте? Хватит, я говорю! А вот эта граница. Че ржешь? Иди поговори. Знаешь, какая бешеная аура у человека? Давай сюда. Александр Васильевич, я отсюда. В общем, давайте с вами так договоримся. Я сейчас быстренько это заявление случайно теряю, а вы нам за это золотой кивин. Нет? Александр Васильевич. Валентин Степан, дай скотч. А я не взяла с собой. Ну что ты на самом деле? Ну, первый раз в такую ситуацию попадаем, ну что? Ладно, давайте по закону. Я протестую! Законы Российской Федерации не действуют на территории Европы! Так и заткнись, понял? Не действуют. Где вообще тогда не действуют? Встань подальше, чтобы я тебя не видел вообще. Подальше, чтобы не слышал. Ты посмотри на него. Я тебе говорю, подальше встань, вот. Чем от тебя пахнет, Русик? Нравится? Жена на праздник подарила. Это что за праздник такой, где, когда чеснок дарит? Все, хватит ржать, давай, тысяч приговор. Значит, я тоже подготовился. Вчера на ЕМСе встретил Валерия Сюткина, попросил его приговор зарифмовать. Ну, все-таки фестиваль музыкальный. Приговор, значит. Именем Российской Федерации любите девушки простых романтиков, отважных летчиков и моряков, бросайте девочки домашних мальчиков, не стоит фестиваль переносить. Надо же, не постеснялся, 500 евро еще за это взял. Ладно, сам. В общем, отныне всегда фестиваль в Юрмале будет проходить в Юрмале, потому что Юрмал находится в Латвии, а если бы Юрмал находился в Эстонии, то это была бы уже совсем другая Эстония. Тысяч!
ну что ж, а мы продолжаем с помощью ваших аплодисментов вызывать зависть у Эстонии и Литвы. И специально для вас, уважаемые латыши, звучит юрмальский пляжный романс. Гори, гори, моя спина. Гори, живот, горите плечи, я здесь в тени, теперь и навечно, а отпуск только начался. Но вот внезапно мне на спину мяч волейбольный прилетел. У любви, как и у КВНа, нет границ, но границы есть у государств. Мы представляем историю любви обычной сотрудницы латвийской полиции и туриста из России. Дамы и господа, встречайте, впервые в Юрмале! Камызякские псы! Что не песня, то трагедия! Е-е-е! Е-эс! И РРР! РФ представляют! Эта история произошла в Юрмале! Слышишь, Юрмала, эта история произошла в тебе! Давай! Это любовь! Ты словно чайка в небе паришь! И для нее неважно, русский или латыш! Когда Амур рядом с тобой крыльями машет! Амур не Киржаков, Амур не промажет. Ее звали Лайма, как популярную певицу, такая же грациозная, только в латвийской полиции. В муниципальном отделе она достойно служила, и вот таким вот голосом допросы проводила. А он российский депутат, и ежегодно в Турции он бурно праздновал победу над коррупцией. В итоге был объявлен там персоною нон-грата. Он не отчаялся, курортов много. Здравствуй, Латвия! Прямо у нее в участке, когда его доставили туда за хулиганство. Как оказалось, здесь нельзя в хорошем настроении, в плавках, сигареты, пьяным на газоне петь эту песню возле мэрии. You have had it all, rolling in the day. Она растаяла перед его английским, и в эту ночь они два раза стали близкими. С тех пор, не расставаясь, проводили вместе время, используя наручники не по назначению. Он вытоптал на всех газонах сердце со стрелою, он на машинах нацарапал «Я тебя, I love you». Он пьяным от любви и рижского бальзама с вопросом «Где я мог вас видеть?» приставал к Хазанову. Ей это нравилось, его дурацкие приколы, и втайне от начальства она рвала протоколы. Он знал, что рядом с ней никто их не накажет, он даже сланца взял и чайку сбил на пляже. Снайпер Ёшкин кот! Он обещал исправиться, она ему не верила, ушла любовь навсегда вдоль берега. Впервые в жизни ему уже не до веселья, долго смотрел ей вслед, а с неба падали перья. Впервые за отпуск он настолько был грустным, что не заметил, как точно в урну выбросил мусор. Поймите, люди, что никогда не остановят никакие санкции народ, который только ради любви готов меняться. Давай, давай, давай! Они сменили свой союз прочными узами, и вскоре аист принес у карапуза.
законов. Он тихо-тихо спел под окнами роддома. Как мило, ёшкин кот. Давай. Спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за сына, спасибо за дочь, спасибо за то, что ты повезла наш детский мирок, ты сберегла. Спасибо. Ну и в конце. Мы недавно узнали, что, оказывается, в 2015 году целых полгода будет главный в Евросоюзе. Так вот, что хотелось бы пожелать. Вот у меня дядька родной в Камызяке полгода был начальником овощебазы. Так он за это время сыну дом построил, дочери квартиру купил, жене и брату по машине подарил, сам 2 раза в Таиланд успел слетать отдохнуть. И что самое главное, ничего доказать не смогли. Чего и вам желаем. Всегда ваши камызяки, ёшкин кот. И вновь обладатели большого кивина в золотом. Чемпионы высшей лиги нашего клуба, команда, сила которой в слабости прекрасного пола. Команда из Ставропольского края России, город Пятигорск. Вновь команда КВН, город Пятигорск, приехала покорять Юрмалу! Мне еще бокальчик. А я ему говорю, ну какой ты Урмас, ты же вылитый Рубен. Ты себя в зеркало видел? Таня, я тебе говорила, давай на пляж пойдем другой дорогой. Нет, давай через сцену, так короче. Девочки, а зачем вам доска? А вам? Прекратите! У тебя что, клюв накладной был, что ли? Девочки, что это такое? У нас уже выступление идет. Ой, извините, пожалуйста, все. Да стойте! Вы что, не собираетесь выступать? Нафига, у нас уже есть большой в золотом. Ну и что? Мы хотим второго. Да? Да. И вообще обнаглели, а? Вы слыхали, Александр Васильевич? Есть у вас там этот кивин с жиру бесимся? Или вот с такой губой есть? Бросьте в ребят. Стойте, стойте. Оля, я не узнаю тебя. Где твои имбецилы? Севак, амбиции. А? О, вот вы где. Да иди сюда. Да подождите. Девочки, ну не хотите золотого. Давайте за президентского поборемся. Да. Александр Васильевич, а ну покажите, какой тут президентский. Ого! Тань, пошли на пляж. Ага. Девочки, да вы не понимаете, президентский кивин, он самый главный. Он как Путин. Сейчас мы переоденемся, придем. Не поняла. Я как эту фамилию слышу, невольно работать начинаю. А-а-а! Поехали, ребят! Да! Ну, здравствуйте!
Здравствуйте, друзья! Все мы с вами знаем, что Юрмала – это замечательный курорт, где в каждом ресторане есть отличная живая музыка. Женщина, я вам повторяю, нам не нужна певица. В каждом ресторане должна быть певица. У нас столовая быстрого питания. Так у меня и песни короткие. Как говорится, фастфуд, фастсонг. Чего? Быстрая еда, быстрые песни. Это английский, мы в Европе. Так, послушай. Да у меня репертуар от Мадонны до Петлюры и обратно. Вот, послушайте. Мама, ради бога, положи на место нож. Я же... Стоп! А? Какая мама? Какой нож? Ну, моя мама, наш нож. У нас конфликт, я поэтому работу ищу. Женщина, вы вообще в кафе работали? Конечно. А какой был мужчина? Товарищи, не сидим, поминаем. У вас все? Нет. Хоп, хей, ла-ла-лей. Все, мой мальчик, ты еврей. Все, я вызываю полицию. Стойте! Пеньюар бортпроводницы повидал немало на своем веку. Так, женщина, послушайте, кто вам вообще сказал, что вы певица? Господи, как я не люблю хвастаться. Вам что-нибудь проект «Голос» говорит? Еще скажите, что вы в шоу «Голос» участвовали. Участвовала? Да ко мне сама Пелагея повернулась и сказала: «Милая моя, с вашими данными только в фастфуде работать». А это, между прочим, мнение профессионала. Да что вы ломаетесь, я недорого стою, 1005. А Игорь вообще за 3 будет работать. Какой Игорь? Знакомьтесь, мой аккомпаниатор Игорь Паулс. Я так понимаю, Паулс — это псевдоним. Паулс — это композитор деревни. Хорошо. Ну и что ваш Игорь умеет? Слышь ты, это не твое собачье... А, вы про работу? Игорек, надо сыграть. One, two, three, поехали! Да он же не умеет играть. Я не говорю, что он прям завтра начнет. Ну, перспектива же есть, ну. Так, все, я с охраной. Стойте! Не хотите брать меня певицей? Я буду рекламным лицом вашего фастфуда. Нам не нужно рекламное лицо. А это не предложение, это шантаж. Граждане, знаете, где я питаюсь? Так, стойте! Хорошо, мы берем вас на работу, только не кричите. Отлично, значит, счет аванса. Будьте любезны, ведро? Ведро крылышек, 20 гамбургеров и 5 литров сока, это важно. Игорь, ты что будешь? Так а ну пошли вон отсюда! Друзья, все мы с вами с нетерпением ждем лета, чтобы отдохнуть от работы. Но есть люди, отдыхая с которыми, на работу может захотеться еще во время отдыха. Итак, обычная пятигорская семья приехала отдыхать в Юрмалу. На, мальчик, на! Забери мячик, забери! Иди сюда, Рональдиня Хренова! А, тете даришь, спасибо, мальчик! Блин, а! Сразу! Да, Галя! Да дети, кто их придумал, а? Все, мы в Юрмале, да, приехали. Отдыхаем, мамочку привезла. Вон Вадичка в песочке играется. Галя, подожди. Да ты убьешь этого комара или нет? Что, тебе играться нечем? На мячик. Ой, Галя, Юрмала — это рай. Я тебе говорю, лучше курорта в мире не найдешь, да? А вы где отдыхаете? В Барселоне. А как там погода? Дождь, гроза, ну слава богу. Ну а что ты, Галя, хотела? Это ж тебе не Латвия, конечно. Люба, можно я чуть-чуть погреюсь? 5 минут грейся и обратно в воду, понял?
А Валера мой, представляешь, обручальное кольцо в море потерял. Не, не нырял. Бросал, разводился тут со мной. Все, Галя, пока. Это вам там в Барселоне делать нечего, а у нас тут курорт. Ма, я кушать хочу. О, только 3 часа дня, он уже кушать хочет. Ладно, солнца нет, не сгорим, на сметану ешь. Ма, а мы вечером в тир пойдем? В тир? Конечно, пойдем. Мы же с Кавказа в Европу приехали пострелять. Ты когда-нибудь башкой своей будешь тупой думать, нет? Валеры кусок. Люба. Ты кольцо нашел? Цепочка подойдет. Подойдет. Садись, грейся, Ихтиандр. Люб, может, я 50 грамм бальзамчику, а? Для сугреву. Чего? А что, я слышал, что это типа лекарство. Валера, совесть имей. Мы тебя только от этих лекарств вылечили. Валера, это же этот, как его? Ну этот, ну... Ну понял я, не он это. Ну, как это не он? Что, меня глаза, что ли, повылазили? Дура себе совсем. Телевизор не смотрю, что ли, по-твоему? Ну этот, как его? Шумер, Фредди Меркури. Мужчина, что вы пялитесь на меня? Че? Че, тебе жалко? Пусть аппетит на вечер нагуляет. Глазами раздевает просто. Раздевает. Ты моего Валерочку недооцениваешь, он уже на балконе курит. Слушайте, что вы мне хамите вообще? Че тебе хамлю? Я что сказала, что ты тварь? Или крыса облезла? Я ж этого не говорю. Это безобразие какое-то. Да, мамочка. Чё, говоришь, суставы ломит? Так, быстро все собираемся и в гостиницу. Гидромедцентр сообщает, что будет дождь. Быстро! Друзья, все мы с вами знаем, что в художественных фильмах многое приукрашивают. Вот и знаменитая сцена свидания Штирлица с женой, которую он не видел 10 лет, в жизни должна была выглядеть немного по-другому. Thank you.
Позапрошлом году на Юрмальском фестивале я сказала, что мне нравится Третьяк, и нам вручили Большого в темном. В прошлом году я сказала, что люблю Сюткина, и нам вручили Большого в золотом. Что хотелось бы сказать в этом году? Да, я люблю Сюткина. Официальный банк игр КВН – банк открытия. Банк открытия. В жизни всегда есть место открытию. Ну что ж, еще одно конкурсное выступление. Команда набирает популярность, играя в нынешнем сезоне высшей лиги нашего клуба. В ее вокальных и музыкальных возможностях мы могли убедиться на прошлых фестивалях юрмальских. Команда представляет собой своеобразный союз КВНщиков. Она так и называется. Союз. Тюменская область. Вашему вниманию представляется выступление в исполнении создателей таких хитов, как «Младший лейтенант мальчик до сих пор», «Валенки-валенки не помог капелла старенький», а также «О боже, какой мужчина победила на Евровидении». Локально-шуточный коллектив исполнителей, сокращенно «Ложки». Союз, смотрим! Угрожает каждый раз, вводит санкции для нас. Просто нехороший парень, чернокожий. Барак-Обама! Так, остановитесь! Друзья, я же вас просил, в Юрмале никакой политики. Так Обама никакой политик. Так, Витя, что вы несете? Мы вообще-то с вами находимся в другом государстве. Кирилл Кириллочка, киви в золотом. Расслабься, вообще-то мы раньше одним государством были. А возможно, еще и будем. Так, Витя! Вы что, ненормальный? Друзья, у вас есть хотя бы одна хорошая песня? Ну, я могу Пугачёва спеть. А я Лепса. Давайте я лучше Тимати спою. Лучше Тимати любой дурак споет. А это Юрмала, здесь нужно петь хорошие песни. Понял, объявите меня. Витя. У тебя дебилы в роду были? Не. Поет единственный в своем роде. Айдар Гараев. Марина проколола свой пупок, чтоб выглядеть на пляже сексуальней. Уф. И блеск того кольца в букете привлек к себе необычайное внимание. Теперь пупок в гнезде сорок. Так, а ну хватит! Айдар, почему вы все время поете какую-то чушь? А ну прекратите! Ха-ха, Тити! Так, Артем. Лучше спойте нормальную песню. Ха, нашел дурака. Песня. Десять лет уж в Антарктиде экспедиция идет. Там полярник Анатолий вахту долгую несет. Он мужчина закаленный и готовый ко всему. Но без женщины так долго тяжело даже ему. Косо смотрит на пингвинов, он сильнее день ото дня. Артём! Артём, ответьте мне честно, вы идиот? Кирилл, выбирайте выражение, вообще-то среди нас дама. В натуре залепидула конь. А хватит! Друзья, я вам напоминаю, это Юрмальский... Эх, что ж вы за люди-то такие? Александр, это латыши. А. Александр, что у вас? Похмелье, что не видно? Слушайте, у меня идея. А что если в честь 20-го юбилейного голосящего Кивина мы с Лёлечкой поедем ко мне в гостиничный номер и сорвем там голоса? Так, Айдар, а ну успокойтесь.
Лёля, прошу, спойте вы нам что-нибудь. Распустилась Наталья на курорте в Анталии. Превратила Наталья отпуск свой в бакханалию. Покусала кальянщика, подралась в дельфинарии и с довольною харию отрубилась в солярии. Полусладкое белое, сколько бед ты наделала. Лёля! А что, мне понравилось. Лёнечка, скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к сексу за деньги? Плохо, а что? Да так, хотел немножко заработать. Так, Айдар, успокойтесь, я сказал. Друзья, я смотрю, вы сегодня опять не подготовились. А можно вопрос? Можно. Так это он и был? Друзья, это какой-то беспредел. Артём, у вас какой IQ? IQ бич, соси кирпич. Друзья, в вас вообще нет ничего святого. В смысле нет? У меня вас 21.07. И что? Я мученик. Друзья, что вы несете? В жюри сидят такие уважаемые люди, как Гусман, Пелагея. О, Пелагея? Из «Голоса»? Это мой шанс. Это мой шанс. Заповедный напев, заповедная даль. Бездарность, свет хрустальной зари. Мимо, свет над миром встающий. Мне понятна твоя вековая печаль. Вековая печаль. Беловежская пуща. Беловежская пуща. Сейчас не попал, попал. Пелагея моя, 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 моя. Друзья, вы взрослые люди. Айдар, вы же певец. А я? А вы полный певец. У вас есть хоть какие-то адекватные номера? Да знаешь, какой мы номер с Саней приготовили? Какой? Неожиданный! Александр, вы что себе позволяете? Во-первых, не Александр, а Александр Васильевич. А во-вторых, это его передача, что хочет, то и позволяет. Так все, хватит. Делайте, что хотите. Хотите. Никто никогда не посвящал песен Игорю Вернику. Мы тоже не будем нарушать эту традицию. Дженнифер Псаки посвящается. Наша песня будет о том, как порочит Псаки Белый дом. И про это мы вам сейчас поем с Николаем Расторгуевым вдвоем. Поступ Саки там благодать, только вот ума не видать. И не знаем мы, не знает и госдеп, есть ли мозг у Псаки, а ли его нет. Почему несет она бред, знает Расторгуев ответ.
вместо головы попа у нее. Так довольно! Друзья, вы вообще соображаете, что вы делаете? Почему вы сюда приплели Николая Расторгуева? Потому что он в Россию влюблен. Друзья, на самом деле, в этот раз мы приехали в Юрмалу не за наградами, а просто ради удовольствия. Ради удовольствия золоту! Я буду помнить эту Юрмалу всегда. Я буду помнить чувства свои от сбывшихся грез. Мы не забуду никогда прохладный прибалтийский бриз, оставив в памяти улыбки красных лиц. Oh, yeah. И когда ты скажешь прощай, в этот миг пообещай этот край вспоминать иногда. Я возьму краски, я возьму. Я налью пальцам и подниму тост, чтобы однажды вернуться сюда. Итак, дорогие друзья, все сыграно. Наступает долгожданный и волнующий момент развязки. Я приглашаю всех участников сегодняшнего конкурсного концерта на сцену. Прошу. Дорогие друзья, у нас есть последняя возможность взглянуть на полный комплект наград 20-го международного музыкального фестиваля команд КВН «Голосящий Кивин». Совсем скоро вот затихнут споры, придут к какому-то решению наши судьи, и они разлетятся кто куда. Пока жюри разбирается, кто же эти 6 лучших, я хочу от себя сказать громадное спасибо всем КВНщикам, которые стоят на этой сцене. Спасибо им за любовь к игре КВН и за сегодняшний фестивальный концерт. Спасибо. Так. Дорогие друзья, ну что ж, внимание, сейчас мы узнаем, какие награды кто получает на 20-м юбилейном музыкальном фестивале команд КВН «Голосящий Кивин». Нетрудно узнать этих трех. Я начну с Кивина в темном, Сюткина в темном и более-менее в светлом Верника. Они вручают первую награду. Малый Кивин в темном. Ну, надо вам сказать, что мы никогда вдвоем не вручали эту прекрасную награду, поэтому... Причем я вручаю Кивин в одну сторону. Нет, ты мотаешь в одну. А я перематываю в другую. А я в другую. Перемотка, Кемерово. Кемерово! Команда Кембридж, Кемерово. Малый Кивин в темном.
Олег Знарок, Валдис Пельс, Малый Кивин Светлан. Мы с Олегом Валерьевичем договорились, что он сегодня помолчит, потому что он и так сегодня один из самых цитируемых персонажей. С огромным удовольствием поздравляем «Плохую компанию». «Плохая компания», Красноярский край. Малый Кивин в золотом. Владислав Третьяк. Большое всем спасибо. Я третий раз в жюри. Мне очень нравится, потому что действительно они все молодцы. Давайте им поаплодируем всем. Откровенно говоря, я бы всем им дал золотого Кивина, но, к сожалению, всем не получается. Камызяки получают этот приз. Переходим к большим Кивинам. Большой Кивин в темном. Пелагея. Здравствуйте, друзья, здравствуйте, друзья. Вот 17 лет назад, ужасно звучит, я стояла на этой сцене и также ждала, что, может быть, маленький или чуть побольше, какой-нибудь Кивин прилетит к нам в команду. К нам в команду он не прилетел, но, тем не менее, с тех пор я знаю, что нужно делать в любой непонятной ситуации. Ржать, дорогие друзья. Вот сегодня у нас это получилось у всех, и я с замиранием сердца вручаю большого Кивина в темном. Пара-па-парам! Киму! Движется к центральному микрофону Юлий Гусман. Большой Кивин в светлом. Добрый вечер. Я хочу сказать просто два слова серьезно. Я на эту тему все время вот в Риге выступаю, вот в Юрмале. Простите, еще раз скажу. Слушайте, ну давайте попросим, пускай возьмут наши начальники, руководители, политики, старшие товарищи. Возьмут и три буквы. КВН. И назовут какой-то комитет или конгресс. Великолепных, или важных, или вежливых, или воодушевленных наций, или народов. И попробуют сыграть в игру, в которой грузины, украинцы, азербайджанцы, русские с разных концов, дагестанцы, татары стоят вместе на сцене, дружат, целуются и любят друг друга. Давайте попросим их сделать, наконец, эту игру. Никак не получается. Я хочу поздравить команду, может быть, одного из самых интернациональных городов, в котором работает на телевидении один мой старый знакомый. Это команда КВН города Пятигорска. Мы ее поздравляем с Кивином Светлым. Постоянный член нашего жюри фестивального Лайма Вайкули, Большой Кивин в золотом. Добрый вечер, дамы и господа. Я буду краткой. Команда «Союз». Честно говоря, я вот все переговор веду с членами жюри. Какие-то вещи мне непонятны, но они жюри, они решили, бог с ним. Я тоже пойду, вот сказать, по непонятному пути. Президентский Кивин на музыкальном фестивале. Я вручу не сильно проявившей себя музыкально команде. Сборная города Мурманск. На прошлом фестивале я как-то даже неожиданно для самого себя попробовал ввести традиции. У меня оказались парочка тогда кивинов, маленьких кивинчиков в янтаре. И я у Гусмана был день рождения, он получил этого кивинчика. У Оли Картунковой я отдал второго кивинчика за лучшую актерскую игру. Она подтверждает, что именно ей
правильно своей работой подтверждает, то по делу достался ей кивинчик. А в этот раз я хочу вот этих два кивинчика подарить еще двум людям, как мы договаривались, одного из членов жюри и кому-то из этой живописной толпы. Лайма, как ты относишься к янтарю? Положительно. Постоянному члену жюри с любовью маленький кивинчик на память. И вы знаете, этого кивинчика, ну, в общем, по-любому одному вручается, это все равно КВН, командная игра, значит, команде, но вот сейчас я хочу за верность игре КВН вручить этого кивинчика Сергею Писаренко, Уездный город. Давай. Спасибо. Держи. Не урони, держи. Спасибо, дорогие члены жюри. И, ну, как всегда, что остается? Остается песня. За 20 лет на фестивале было спето такое количество песен. Даже, наверное, подсчитать невозможно. Но одна из песен заслужила право быть услышанной, пожалуй, чаще других. И сегодня она завершит и этот фестиваль. «Ветер КВН». Прошу. Которой как бы нет, сквозь шторм реформ и сквозь пургу газет, сквозь град налогов и цунами цен. И ясно всем, что трудно всем, но есть на свете ветер КВН. Пусть не решит тот ветер всех проблем, зато он дует, как японский фен. И ясно всем, что легче всем. Сотни лет, наверное, забываются.